Здравствуйте, дорогие зрители! Рада приветствовать вас на нашем канале в стильном бутике Колетте. С вами Ольга Савкина. И сегодня хочется сделать для вас обзор на самые вместительные сумки, которые только бывают. Это, конечно же, сумки-шоперы. Покажу для вас самые актуальные модели, которые никогда не выходят из моды. Можете ходить с ними сейчас, можете ходить с ними через 5, через 10, через 20 лет. Всегда они будут актуальны. Также сегодня будет обзор еще на рюкзаки. Ассортимент у нас очень большой. Если вы смотрели предыдущие обзоры, вы увидели, что у нас есть как сумочки театральные, так сумочки для похода в ресторан. А дальше модели, которые можно использовать на каждый день, такие базовые модели. И вот сегодня покажу именно на шоперы обзор. Начнем с первой модели. Посмотрите, какая модная сумка у нас пришла. Смотрится безумно стильно. По сантиметрам это 40 сантиметров высота, 36 ширина. Смотрите кармашки. Раз кармашек глубокий-глубокий, второй карман глубокий, но они не на магнитиках, они вот так спокойно открываются. С задней стороны у нас карман на молнии, тоже достаточно глубокий. То есть и телефон поместится, и кошелек поместится, все, что вам нужно. Дальше идет у нас молния. Открываем. И здесь у нас раз отделение, большое просторное отделение. Два, это получается три отделения. И есть еще такой карман для кошелька, также можно использовать. Ну или для каких-то еще аксессуаров. И также есть еще карман на молнии тоже внутри. Смотрите, молния качественная, вообще сумка безумно качественная, выполнена она из натуральной кожи, что немаловажно. Как мы ее можем носить? Можем носить на локоточке, можем носить, пристегнув ремешок уже и перекинув через себя, чтобы она вам не мешалась, можно носить, перекинув через плечико ремешочек, также она будет так болтаться. Я сейчас не пристегнула, ремешок идет в комплекте, и здесь такие вот пристежечки. То есть вариантов носки достаточно много. Ну, сумка шопер всем нам известна. Можно даже с ней ехать в какое-то путешествие. По габаритам она подходит как ручная кладь. Сумка шопер для тех, кто любит как-то выделяться. Она не просто черного цвета. Здесь идет, смотрите, медь пересекается с черным цветом. И кожа здесь идет масляная. То есть она, как сказать, более покладистая, хотя форму держит прекрасно. Кстати, о том, что у нас сумки из натуральной кожи, можно посмотреть. У нас на каждой сумочке висит вот такой образец кожи. То есть кожа действительно натуральная. Итак, посмотрим, как можно носить эту сумочку. Можно ее вот так вот прикрепить на плечико. Можно на локоточек. Ремешок здесь дополнительно не входит, потому что здесь на самом деле достаточно большой ремень. И если мы ее еще опустим, то будет, наверное, неудобно просто с ней передвигаться. Давайте посмотрим по функционалу. Ну, во-первых, конечно же, у нее есть сзади на молнии кармашек, достаточно объемный. Смотрите. И откроем, что посмотрим внутри. Молния удобная. Молния, кстати, обратите внимание на полную длину, то есть если вы будете даже там зимой с ней, какой-то снег, дождь, ничего не намокнет, то что внутри сумки. Открываем, смотрим, как здесь представлено. Небольшой карман под телефон, под визитки. Дальше большой объемный карман, между ними карман на молнии и еще один большой объемный карман. Кажется, что сумочка сама по себе достаточно плоская, но по объему объем шикарный. И еще присутствует здесь кармашек на молнии, тоже достаточно большой. Так, эта сумка в размерах 36 сантиметров, а точнее 36 сантиметров на 34 сантиметра. Цена ее 6470. Вариации сейчас вам покажу. Есть она в цвете медь. Есть в серебре. И для тех, кто любит все-таки базовые оттенки, чтобы ничего там не перекликалось, дополнительные цвета не добавлялись, есть она чисто в черном цвете. Это также идет маслянистая кожа. Дальше. Вот такая модель. Смотрите, здесь кожа тоже масляная, но она уже другая. И вот если та сумка каркасная, то эта сумка, она достаточно мягкая сама по себе, хотя форму держит прекрасно, когда мы ее повесили на плечики, вот она будет смотреться очень стильно, дорого. Ничего лишнего здесь нет, кожа гладкая. Сзади также идет кармашек, причем карман, обратите внимание, на всю длину, вот большой объем. 36
6 сантиметров также ее высота, здесь также 34, то есть она очень похожа именно по размеру с той сумкой. Смотрим, что внутри. Здесь один большой карман, плюс здесь идет еще вот такая косметичка, куда вы можете все положить, то, что вам нужно. Также на молнии качество шикарное, обратите внимание, то есть швы, все идеально выполнено, качество просто премиум. Здесь также прилагается ручка, она также есть в комплекте черного цвета. Вот она. То есть можно, вы, купив одну сумку, приобретаете по факту две сумки. То есть вы куда-то, например, едете в путешествие, положили все в эту сумку, эту взяли с собой. Приехали, сюда ремешочек прикрепили, пошли гулять уже с этой сумочкой тряпочной. Очень удобно. Так, по стоимости 6670. Эта модель немножко поуже, чем предыдущая модель, даже можно их сравнить. Вот так, если поставить, видите, здесь еще остается запас. То есть, если та была 34, это 32 сантиметра. Но высоту она немножечко повыше. Тут уже идет 38 сантиметров. Смотрите, что здесь у нас. Давайте сначала примерим, покажу, как она будет выглядеть. Можно ее носить вот так. Можно носить в руке. По функционалу. Значит, кармашек сзади, тут уже не по всему периметру, но тоже достаточно большой. Дальше открываем сумочку. Здесь карман. Удобно. Если бы он был полностью карман, то туда можно было бы там кто-то мог бы залезть. Здесь такого не будет. Раз кармашек, два кармашек. Кстати, видно, что кожа натуральная тоже. Все срезы, все видно. Открываем. Снимаем пакет. И здесь тоже обратите внимание, хороший функционал. Раз карман, два карман, дальше большое отделение, опять большое отделение, посерединке кармашек на молнии и здесь еще один карман на молнии. По стоимости эта модель 4570. Сумка не тяжелая. Если нужно, ее можно сложить. Посмотрите, вот так она прям очень компактная. Но когда нужно, также вы раскрываете и гуляете, ходите по магазинам, путешествуете, выполняете весь ее функционал. Следующая сумочка у нас. Классика. Классика для женщин. Для тех, кто работает в офисе, идеально подойдет под документы. Ходить с ней можно также на деловую встречу какую-то, потому что это уже, если тот вариант, он, ну, такой классика спорт, то это вот чисто под костюм. Смотрите, спереди карманы. Раз кармашек, два кармашек, карманы. На магнитиках легко крепится, не надо там. Бывает, знаете, в сумках плохого качества, тебе надо еще найти вот это место, как закрыть карман. Здесь просто чик, и все, уже закрылось. Сзади еще один кармашек идет на молнии, тоже достаточно объемный. Открываем, смотрим, как она сделана внутри. Вот здесь обратите внимание, сколько всего можно сюда положить. Раз кармашек на молнии, дальше большой объемный карман. Здесь объемный карман, посерединке карман на молнии и еще карманы для карточек, для помады, для телефона, того, что вам понадобится. Давайте покажу, как она будет выглядеть уже, когда вы ее приобретете, как вы можете с ней ходить. Можно с ней ходить вот так, ну или можно ее носить также на локотке. Можно в руке, но ручки здесь достаточно длинные. По стоимости эта модель 7370. Следующая модель, она просто потрясающая тем, что это сумка-рюкзак. Посмотрите, можно ее носить на плече, можно носить вот так даже за ручку просто. И здесь есть лямки, обратите внимание, раз. Сумка превращается в элегантный рюкзак. Очень модная штучка. Редко где такое можно увидеть. Она есть только у нас в Калетте. Все это сделано из натуральной кожи. Кожа мягкая, покладистая. Вообще сумка огонь. Лямки регулируются, соответственно, сейчас они затянуты, но вы можете их приспустить, и она будет немножко по-другому смотреться. Так, по функционалу. Сумка такая, трансформер. Смотрите, большой-большой карман один. И в этом большом кармане, я не знаю даже, вынимать, давайте вынуть, чтобы посмотрели. Вот, в этом большом кармане, раз на молнии кармашек, и два кармашек не на молнии.
То есть два кармана у нас получается именно внутри. И один большой такой крупный, куда можете положить все, что захотите. Красивые клепочки, окантовка такая. Сбоку кармашек. И еще один кармашек здесь тоже сбоку. Модель не тяжелая, несмотря на то, что она такая объемная. Она просто как пушиночка. Вы не замечаете. Цена. Цена 7070. По размеру это 37 сантиметров на 32 сантиметра. Ну, то есть достаточно большая. Следующая модель – это рюкзак. Рюкзак из натуральной кожи. Знаю, что обычно эти рюкзаки стоят просто сумасшедшие деньги, но у нас супер цена – 5570. На самом деле для натуральной кожи это вообще шикарная стоимость. Итак, покажу сразу, как он будет выглядеть. Можно его носить на одно плечико, вот так. Можно, соответственно, надеть на две лямки. Смотрите, вот так это будет выглядеть. Спереди получается тканевые основы. Ну, сзади, понятно, натуральная кожа. Смотрим дальше. Для руки также есть ручка. Здесь есть еще ремешок, если вы хотите его носить как сумку. Тоже есть такая возможность. И по функционалу. Первый кармашек на молнии. Второй карман идет на магнитике, на кнопочке. Основной карман, сейчас вам покажу, вот так он выглядит. Здесь карман на молнии внутри и, как всегда, карман под карточки. Места много. По сантиметрам это 25 на 30. Такой средний размер. По бокам также есть кармашки здесь и есть обязательно карман на спинке. Такая защита от воров. То есть здесь вам точно ничего у вас не сопрут. Верх ручки начинается, это кожа, и дальше низ идет уже ткань. Модель мне очень нравится. Такой модный, стильный, небольшой. Как раз то, что нужно для девушки. Размер сказала, цена 5570. Для тех, кто предпочитает классику, вот есть такая модель рюкзака. То есть как раз под костюмы хорошо. Он хорошо держит форму. Он не сминается. Вот сейчас в нем он не набит. Сейчас в нем внутри ничего нет. И посмотрите, да, как он прекрасно сохраняет все свои параметры. Итак, сейчас покажу. Можно его носить вот так на одно плечико. Можно одеть две лямки. Это будет уже вот так. И можно, соответственно, носить его в руке. И еще здесь есть такая опция. Вы можете отстегнуть один ремешок, второй ремешок перекинуть вот сюда, и будет он уже как сумка. То есть он вообще, опять же, рюкзак-трансформер. По функционалу. Большой карман, который полностью открывается, молния. Я вот люблю такие молнии. Смотрите, от начала до конца. То есть можно все что угодно туда положить. Дальше карман дополнительный на застежке. Она и украшает, и несет правильный функционал. Дальше карман на кнопочке еще один объемный. Кстати, сюда войдет лист А4, я думаю. И большой карман основной. Вот так он выглядит. Тоже все подкладка, все идеальное. Здесь кармашек достаточно большой под карточки. И есть карман на молнии. Не буду раскрывать. Молния реверсная, то есть застегивается с двух сторон. Цена этой модели 6770. Следующая модель также это сумка-рюкзак. Смотрите, то есть вы можете его носить, ее носить точнее, как сумочку или его, не знаю, как правильно сказать. Вот, это у вас полноценная сумка. Если вы отстегнете ремешки сзади. Если вы пристегнули ремешки сзади, это получается уже рюкзак. То есть вы покупаете два в одном. Можно на одно плечико. Можно на два плеча. Все это подтягивается, смотрится классно. По функционалу. Итак, открываем заклепочки. Открываем большой карман. Здесь у нас что? Здесь у нас одно большое отделение. Кармашек под карты. И карман на молнии. И еще есть небольшое отделение, тоже без молнии. Есть еще большое на молнии. То есть у нас получается внутри 1, 2, 3, 4, 5 карманов. Функционал прекрасный. Ставлю пятерочку этой модели. Сбоку карман. Сбоку карман. Спереди такая фактурная кожа. Мне кажется, что зимой вот эта модель будет шикарно смотреться с пуховиками. То есть с чем-то объемным ее надо. То есть можно и летом, но
чтобы объем был. И посмотрите сзади еще карман. Вот он. Ну, не очень вместительный, но, в принципе, телефон сюда поместится. Размер, 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 размер. 27 на 12 на 30. То есть тут 30, тут 27 и тут 12. По стоимости эта модель 6170. И последний рюкзак на сегодня. Смотрите, рюкзак выполнен из натуральной кожи. Это масляная кожа. Смотрится она как лак. Но чем отличается масляная кожа от лака? То, что она мягкая. Лак, он такой более жесткий по тому, как его можно носить. Итак, носим на одно плечико, на два плеча. Такая классика и спорт одновременно. То есть модель универсальная. Дальше смотрим по функционалу. Кармашек спереди раз, кармашек спереди два. Идут они на кнопочках. Дальше здесь чик, открываем. Реверсная молния, то есть можно открывать что с одной, что с другой стороны. И внутри большой-большой карман, раз. Потом идет перекладинка на молнии. И второй достаточно большой карман. Лист А4 здесь 100% поместится. Карман на молнии сбоку. И с этой стороны кармашек без молнии. Функционал отличный. Качество выполнено прекрасное, мне нравится. Давайте посмотрим, что сзади. Сзади еще один кармашек здесь представлен. Итак, по размеру это модель 27 на 12 на 32. Ну, то есть по размеру то же самое, что предыдущая модель. По стоимости 6770. Дорогие друзья, напоминаю, что мы работаем как оптом, так и в розницу. У нас огромный ассортимент сумок, рюкзаков, сумки-шоперы, театральные сумочки, ресторанные сумочки, есть базовые модели. Пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка на него будет под видео. Мы там все-все-все модели выставляем. Плюс подписывайтесь на наш YouTube-канал. Обязательно ежедневные обзоры я вам гарантирую для того, чтобы показать весь ассортимент нашего магазина. Ну, а также вы можете писать по номеру телефона, который сейчас указан на экране, для того, чтобы сделать заказ. Мы отправляем сумки и обувь в любые города и страны мира. Также приходите в наш магазин. Мы находимся в город Москва, торговый центр «Садовод», корпус Б, первый этаж, линия Б, павильон номер 69. Мы ждем вас.